тебе фотографию, ладно. Ты куда приехал, скажи? На осле покататься. Молодец. Пошли уже на какую-то горку. Где? Вон Шрек. Вот, Санёк, как не страшно уже? Как не страшно, много тут. Так. Так. Оба. Погнали. О, уже не так. Ух ты. Главное не упасть. Ну, уже чем дальше, тем лучше. Оба. Ух ты, скоростуха. 95 килограмм центрифуги закручивается. Оба. А где они приехали? А я думал, мы не приехали еще. Подожди, давай я засниму папу. Сейчас как папа будет ехать. Последний путь? А? Последний путь. Черная дыра. Ну тихо, он хоть кричать будет? Он даже не кричит. Сейчас там начнем. Оп, оп. Давай свои ножищи. О. Все? Да. Погнали. Лена! Ну что-то не понятно. Ой, тихо. У, скорость классная! Ой-ой-ой! Ёпарец, это ни хрена себе быстро. Она хоть сколько перехла, не надо. Ха-ха-ха!
ноги куда? Сюда? Да. Сюда? Ох, понеслась. О, вдвоем стрёмно. Мама. Нормально. Я снова локтем ударился. Первый раз с сыном отдохнули. Дед, мы еще не отдохнули, только... Не, ну отдыхаем. Четвертый день пошел. Вообще уже полгода его не видел. Давай быстрее. Черепаха. Нет. Давай переворачивай. Теперь Саша с Леной на перегонки. Желтая и голубая горки. Так, первая пошла. Ого, кричит. Как реактивный самолет. Что это? Подстилка в трусы залезла. Прокладка. Кассеты. Так, суперскоростная горка. Снимаем все в прямом режиме. Это? One, two, three, go! Я рада, что можно go, можно купать шару. Ух ты! Офигеть! Самолет! Я ж не успел испугаться. Первый пошел. О, какой-то ты с губы выбрал. Эй? Нет. Сейчас еще, да я не хочу, нет! Нет, только не спиной! По-моему, не там, где ловушка. Нормально? Поехали. Нормально, поехали. Это момент, как ты когда взял. Нормально. Ноги прячь. Высоко. Высота конкретная. Зато вид какой. Хватает скорости.
просто рукой подталкивает. Не хватает, видишь? Потому что ты сильно крупный, крупный сильно. 65 миллиметров. Покорябанные ноги здесь, блин. Что? Я не люблю спиной ехать. Ё-моё, блин. Ух! Не будь так холодно! Холодная вода! Американский обед. Американо-итальянский. Пицца, картошка, салатик, гамбургер. Все. I'll record process how you preparing pancakes, okay? Жить хорошо и жизнь хорошо. Вот все, все я говорю. Вам слово, женщин. Не буду ничего говорить. Все, пошли. Давай, морячок, загребай. Сань, Сань, еще дальше. На тебе весло, греби. Так, Лена. Так. А я... Ты, Саша, сел как-то? По-моему, на эту пойду садятся, они ноги закидывают. Дальше, да? Я. Саш, да? Ох ты. Саш, давай. Ты направо. Лен, ты что там загребаешь? Я грести не буду. Нет, ты давай рули. А куда грести? Так вот ты и делал, рулить-то нечем. Саш, поехали туда. А что туда? А куда? Давайте по часовой стрелке. По часовой. Саш, ну мы будем разворачиваться. Греби налево. Все, давай, давай, Саша, давай. Саша, я тебе помогаю грести. Давай, давай. Лена рулит. Я... Вот, а ты что? Вспомнит молодость. Эх, на каноэ. На Труханова Мурта. Саня, давай. Саш, обратно греби. Death slow ahead. Давай, давай, давай. Ты механик... Механичек, давай греби. Саша, что ты где отмазай? Налево греби. О, давай. Раз. Раз. Саш. Давай. Раз. Два. Ну, смотри, как я гребу. И я хорошо гребу. Сань. О, давайте вы двое налево, я направо. Моё красоте. Сюда садись.
туда, съездили в аквапарк вчера, провели замечательное время. И гид подогнал, как бы рассказал, что один бедуин организовал фабрику в Египте. Делает чай. Я вот решил купить $15 всего. Небольшой обзорчик. Каркаде. Если пьем холодный, значит давление понижает. Горячий повышает. Это тоже какой-то чай. А, нет, это финики какие-то. Вкус Египта. Это белый чай. И... А тут еще какой-то чай навороченный. Мед из фиников тоже. И мазь. И все это $15 стоит. Пару пакованов купил. Еще он рассказал интересную историю, что эти бедуины живут в пустыне. А пустыня, если здесь в июле жара 50 градусов, то пустыня вообще 80. И вот они селятся в таких местах, где есть вода. А как узнать, где вода? В общем, они ездят же на верблюдах, а верблюды могут без воды обходиться только 4 дня. Без еды 2 недели. Вот они не дают воду верблюду, и верблюд начинает судорожно искать воду. И где он останавливается, они разбивают свой лагерь. Там живут с 5 женами. Вот такая история. Ну все, дальше поедем мы в батискаф, а потом на квадроциклах.